Субботу, воскресенье, днем я на работе. Завтра еще попробую днем. Лена, а если не днем, а вечерком, вот примерно в это время? Вечерком не знаю. Просто Сегодня 14 часов у меня не вариант. не Я, знаю. кстати, ты же за ЕГМ никому не начислял. Да, и похуй. Не особо Не страшно. начислял? 300 ИП всего лишь. Ничего страшного. Вон основные рейды это вот обычки. Главное, чтобы у нас танки затанчили. Кто там? Кирсори, давай в танка. У тебя, по-моему, был танк. Фул, да, уже собрали? Да. Да. Просто что мне делать? Ну, ты будешь потом в дальнейшем ЕП за ГМ-ку обычку начислять или нет? Или отменяешь уже? Я не знаю, ну можно накинуть, ну блять. А что ты хочешь Ну, идти? просто в 14 часов мне не вариант, ну, ходить. Ну. Я не знаю, Мне бы это надо, зависит. если ЕП ты начисляешь, то мне по-любому надо попадать в ГМ-ку обычку. Хан, ты идешь, нет? Но в 14 часов я не попадаю, но это Тут здесь Тули, нет. он офнулся куда-то. Да, и нет. И Блять, ты релогаешься. ситуация-то здесь, знаешь. Так, Бурибай, у тебя танк-то есть? То я не помню. А, ну давай тогда. А то это... Не хилить надо. Короче, потом его с мунем пошли трэшчу. Время не так дохуя. Надо тут 40-50 минут уложиться эту хуйню всю. И потом целкашка. Это новая хуйня, блядь. В смысле? Да, блядь, это Т4 я одел на дерево. Типа реворкнули? Да не, я первый раз играю с Т4. Вы знаете, одевать глаз груля вместо счет ману регенить. Маны не хватает. Не знаю, бой долгий сейчас будет. Вот как раз и посмотришь. Ротация прикольная, стандартная. Так, чё у вас в рейде там всех хватает? Угу. Ну и отлично, я тогда почилю, но посижу. Вон там Зорд спрашивает место. Если только вар не задется. А вы сегодня это войд успеете пронести? Ну, блять, мы обязаны. Ну, у тебя, вот, смотри, у тебя ЦЛК и ГМХМ. Ну и что? ЦЛК как минимум 2,5 часа. Ну, 2,5 часа. И ГМХМ ну, час. Час примерно. Ну, вот это ну, и если наши. Без вайпов. Ну, блять. Надо проносить, вариантов нету. Ну, удачки и тогда вам. Ездить. По-другому, потому что мы 4 дня под эти рейды занимаем, надо теперь 3 делать.
Ну да, как минимум 3. Да, это пока что. Надо к этому прийти, блядь. Чё там, где там мобы, что-то не вижу. А, там, блядь, челики в начале инста просто стоят. Масхон, Лингрен, давай в рейд. Вот Масхон что-то не хочет идти. Заходи. А чё он не хочет идти? АФК, блядь. Называется дом, который показывает твои касты, можно их это вынести вот на середину гранта, на касты твои или этот, цели? Ну, это, нет, именно мои, которые, знаешь, КД показывается еще. Кварц. Да, кварц. Угу, типа ты также можешь, кварц показывает касты запомненной цели и твоей цели отдельно. Можешь раскидать по экрану. Для PvP твоей удобно. А, так он в логе Мергеридона, нахуй. А, вы уже там, да? Мы там, но его сейчас пока выкидывать будет. Тут бой, хули. Мобы, нахуй. Просто они побежали в начало, нахуй. Ну так, если кто не понял, блядь. Мы-то внизу стоим. А мобы на челика побежали в начало. Вот тебе и рейд за полчаса, блядь. Ну, настраивайтесь как-то, я не знаю, блядь. Потому что если так, ну, отходить, это хуйня будет. Зулджин, это чё, кстати, танк есть у тебя? Не, нет. Ага. А в ДД чё даёшь? Сколько? 15 тысяч даёшь? Нет. А сколько даёшь? Ну, смотря на ком. На орке? Ну да. Ну, последний раз чё-то в пределах 18-19 дал. А, ну ты заебись. Ну, он такой заряженный идет. Ну, да, нормально. Ну, если чарки бы ТТГ и Т4 улучшит. Хасты сейчас от набития. Как раз за этим выходим в этот инст. Чё, ты, Лингрен, там позайдёшь? Да, заходит, заходит он. Это чё-то, блядь, это самое. Тилитион, этот хант, тоже с концами, да? В смысле с концами? Ну, я не Лишин, это вар. Это вар. Да... А, блядь, это вар, оф, ебать. Блядь, это... хорош меня пугать, ты меня уже и так обозвал. Оф, нахуй. Короче, вар, вар минус, блядь. Хант зашел. Он на связи в рейд хотел. Где на связи? А, здесь я. Весь есть место, пошел. А на связи же танк был, я помню. Все, пошли. О, я могу почилить. Не-не-не, подожди, не чили, у нас теперь фул. Давай, давай мы... и меня, Лингрена, ваут. Да не, не надо, этот самый... Вот смотри, Бурибай тогда подамажит, а вы танканете. Хулидрин, Кирсори, Лингрен и на связи. Вот нормально будет. Так, где там рыба, блядь? Вот она рыба. Не получилось, Лёха, да? Да я ещё не кушал. Вы видите, я сам хилю вместо синтека, блядь. Наступили тяжелые времена, блядь. Бля, а получится во вторую пачку? Забухал, падла. Эрдера. Не знаю, это... Сейчас. У Шалфира вон ассист, поперекидывайте как надо вам. Я сейчас кубы пока поставлю. На кубы 5 человек. Сейчас, если не плюсанете, сам повыбираю кого-нибудь. Тут точно нажмет, наверное. Так, на кубы, значит. Так, ну Шалфир звезда тогда. Вот дикон. Кружок тогда. Столик поставьте, маги. Притон, кубы нажимаешь, я не помню, что-то или ты вылетаешь. Маги, кто с вас кубы может нажать? Судорога кубы нажимал. И да, столик дайте, я возьму тоже. Надо, чтоб тут тоже нажимал. Притон, ты тут? Я стол там поставил. Правда, тут. Ага, все, вижу. Так, нажмешь кубы, Притон? Вот тебе. Ромбик? А, нет. Судорога здесь надо нажимать после того, как он начнет говорить. Ну, каст пройдет, тогда нажимаешь. Короче, судорога тоже. А то, блядь, учиться-то надо. И одно тело. Маг есть какой-то на куб? А, или давай ханта, трилтон нажмешь, да? Какой? Метку, луну, да? Луну поставил. Постараюсь. Я даже на обычку кубы не тыкал сейчас. Каждый раз ты коверкаешь. Че? Да хули. Заходите сюда в этот. Все уже там пожрали 10 раз. Заходите сюда. Ну, Серега, ты же должен дать больше меня, поэтому ты тут. Скажи спасибо, что не гас лопата.
Да, Войд. Так, это, Войд, кому, кого мне танчит Линган? Босса, трэш? Ну, давай, ты трэш. Давай, окей. На боссе первый на связи, второй Хулидринг, третий Херсон. Этот самый, Кирсури, этот самый, блядь, что-то, блядь, хп у него мало, нахуй, его шотнет. А чё, шотни, да. А чё у тебя, вот это, на хп нету триньки, блядь, вместо вот этого говна? Вообще одену. ХП одевай, нахуя ты это параша? Это в РБК будешь одевать, это хуйня полная. Блять, блокирование. Ну 60 щитом. Все равно ёбнет. У тебя параша, у тебя вот блокирование щитом, вот это надо менять. На ХП вставлять камень, это хуйня. Давай, ой, на трэш, блядь, тогда лучше. Давай на трэш. Лингрен третьим на боссе. Хулидринг второй, Лингрен третий. Ты на трэш. Частицу на него не проебите, Кирсори, его трэш еще захуярит. И Роги, ну я думаю, вы крутые. И Хант тоже. Вы втроем напуливаете на Кирсори. Вот он, квадрат на нем, он будет трэш танчить. И не проебите его хилы, а Киса тоже не ущит земли. Первый на связи, на трэш напуливаем на вар. Первый СС командой. Да. СС, блять. Да вон, Мэтфоксу даем, бля. Давайте еще как-то еще кулак дадим по амиликам, пожалуйста. Да. Такой вопрос. Анонс будет, да, когда нажимать? Да, да. Угу. И так же держать, как в нормале, там, да это, по ХП смотреть. Там, короче, вот как сейчас кубы эти показывают, лучи в босса, нужно, чтобы такая хуйня была, чтобы одновременно 5 лучей попало в босса. Тогда босс красным в чате напишет, нет, только не снова, нахуй, и тогда можно отпускать. Понял. Вот. Сейчас увидишь первый раз. Проверка, вы там готовы? 4 паладина вроде все должно быть. Хулидринг. Че там эвест? 15 максимум, потом по кругу, нихуя не понял. Все готовы, запускайте. Надо фирять ебаные мобы, блять. Сейчас нахуй я вас на бусе обгоню, блядь. Это. Вы там смотрите, я сейчас не танчу. На хиле я больше на это на воду отвлекаюсь, так что что-то такое, что анонсить надо, там говорите. Или кубы там, или когда меняться, если что-то тут не так будет, там танки, говорите, общайтесь. Его в центре держать, да, в начале? Да, да. Кто первый танчит? Связь. Пожри, мордан, блядь, 15 секунд. Чего, блядь, чилите? Да ману, я успею, успею. Ману не проебите только. 5 секунд. Венен, чё, кастуешь, когда на тебе печать кончается, да? Блядь, телефон ёбаный отвлёк. Пол хп проебуете, ещё и пол маны проебуете. Смотрите внимательно. Потом без маны будете, блядь, будете просто стоять.
Нахуя ты шектор хпс пиздишь нахуй? Ты чё, блядь, похилишь? В лужу встать, что ли? Вспышка 8 секунд. Это кубы, да, вспышка? Да. Сначала он докастует, а потом уже как закончится каст будете прям. Вот сейчас докастует. Все, нажимаем кубы. Все, отпускаем. Лёх, подводи. Маги, помогаем диспелить нахуй, хпс не хочу проебал. Проклятие диспелим, блять, прием. И косты мобам забиваем. И мобов бейте, чё их так дохуя там. Долго живут мобы. Ну, а уешьте мобов сильнее, пиздец проклятиями закидывают нас. Быстрее, быстрее, быстрее. Станы им там, всю хуйню. Ой, блять, султана разъебали нахуй. Вспышка 10 секунд. Вот фокс срез и султана. Кубы встали. Он может центр возвращать. Так, нажимаем кубы. Все, отпускаем. Так, пока что в центре его бьем. А вообще, ну бейте, бейте. На 2% стопнем и будем бесов заливать, а потом босса переводить. Все, это, заливайте трэш. Да все, сейчас босс переведется. Идем к звезде. Массы и вы сейчас готовьте. И бесов тоже по возможности. Бесов надо залить сейчас будет, смотрите. Это. И из огня выходите. Надо сейчас бесов залить в первую очередь. Только там лужа, смотрите, появится, в нее не зайдите. Костя, забери. Я на хп дал. Ну, походу, поздно. Бесов, бесов бейте. Бля, луна. Бесов отписывала. Под босса. А, все, ложитесь, ложитесь. Да похуй на луну уже. А то бесов кастовали, взорвали. Ну, конечно. Ложитесь. Их обычно танк станет. Не знаю, я напулил вара, стоял тупо, уешал. Может Т4 дать, когда потолок падает, или скажет. Да там похуй, ну, Т4, там падал, надо бесов заливать, и когда они начинают каст, когда у них хп мало, начинают каст они кастовать, и взрыв по всему рейду идет. Этот каст надо сбивать станом по бесам. Их надо заливать так быстро, чтобы они после этого стана они будут кастовать. Их надо залить, чтобы они сдохли уже. Может кто-то не свичился? Кто-то не бил, да. А посмотреть можно? Ну по бесам, если только урон линкануть. У кого там скада есть. Вот рыба стоит внутри. Че вы там стали? Заходите сюда быстрее. Вот как в начале мобов бьете, так же и их надо бить ауешкой. Чтобы они не успели докастовать. Кирсори на трэш, у него ударная волна есть. Ударную волну надо вказывать. Плюс еще у паладина там вон буревая ретрик есть. Два протопала, холипала. Трэш был возле портала, а мы возле решетки. И не подвели. Трэш.
Трэш не подводится, он кастует. Надо было к нему подбегать. Надо давайте еще раз. Морда, он тут рыба стоит. Что, налагает, что ли? Похоже на то, бежит как-то рывками. Дайте кулак по контам. Благодарю. Все, пуляйте. Что-то ты прям высох, Мордаун. У тебя не было изначально маны. Нет, высох. Нихуя. А что ты такое кастуешь, что ты высох? Молитву. Да не, не может быть. Молитву исцеления только. Видишь, фуловый да. Бесполезная хуйня. Это. Я смотрю, как у меня работает чатка с ТГ. А. Чтобы мне лучше понимать, как она ещё прокует у меня. Ты главное на бусе так не делай, то пиздец просядешь. У нас только один шаман с тотемом. И гимны, а гимны на ману нам особо не зарегенит нихуя. Ну а так это тут? С обновлением побегу и все. Да, на экономии так. Молитва, восстановление, обновление, круг исцеления. Молитва исцеления на заебись, когда рейд на пол хп просаженный. Она заебись. Ну по тремя стакой молитва за 29 миллисекунд кастуется. Лаги пиздана. Яру не давали? Нет. Да. Рано. Ой, поздно. Вспышка 6 секунд. Кубы. Нажимаем. Все, отпускаем. Скелеты, если что, про босса забываем, хуярим скелетов. Он Зул'джин, одного можешь грипнуть и сразу в полете ему оковы дать. И этот Бурибай пофиряешь его под боссом. Забери на связи. Таунти.
Не сдохните от скелетов там, осторожно. Лужи не стоите. Ну еще скелетов убивайте. Вспышка, 5 секунд, кубы. Вот Фокс по Аки Силиндр. Все, отпускайте. Вот Фокс по Аки Силиндр, не вижу. Демонов, босса подводите, а ешем демонов вместе и переводим. И демонов, и босса. На боссе 3%. Демоны это. Демонов хуярим. Хотя бы два демона убейте. И проклятие снимайте. Сейчас босс переведется. Демонов к звезде отводим. Ну... Не срывайте, блядь, там же про товар. Контрольте, станьте их, косты им сбивайте все абсолютно. Сейчас АУЕ идет фул по демонам. Диспельте маги проклятия, блядь. Нам надо под... ну, хилить сейчас больше. Пиздец, блядь. Демонов АУЕшьте, после демонов уже босс только остается. Вспышка будет, надо треугольник заменить. Никакой не вспышки не будет. А, понятно. Все, босс только остался. Значит, Вадикон Бурибая ресы. Я с другу ресну. Они встанут, их надо будет захилить. Ну, вставай. В огне не стойте, маги. Ну ханта захильте, помогите, бля, ёбаный в рот. Я чуть не описывался. Тут пиздец накрутка идет, прям ебать. Еще бы чешку хиловскую, нахуй. Тут прям, блядь, раздолье. Ну, Мэтт Фокс красава, дубовую кожу прожал. Мордан что, проебал, что ли? Каст? Нет. Нет, захилился, наверное, там на... Ой, забыл, что на переходке. Не, я имею в виду, печать проебал, что ману столько. Нет, что-то еще не было ни разу печати. Он там пишет же. Я взорвал печать Мегаридона. Ну, кто взорвал это? Вот Фокс взрывает, блять. А нет, это просто на мне пишет. А где взорвал, пишет. Ну вон, Шалфир. Я взорвал печать Мегаридона, пишет. Угу. От Шалфира это ДБМ. Так, это чтобы там... Посмотрите в босса сначала, выпал ли если шмот какой-то, который вам нужен, то тогда не улетайте. Остальные, кому ничего не надо, это... Летите. О, дракон. Мешочек, если только. Так, давай... Дракона на ролл, на такой обычный, это, блять... Кидайте ролл. Терсфори 99.
Кирсори 99, что-то не вижу. Где он? А, вот он. Все, да? Так, Кирсори. Да ебаный в рот, нахуй. Да, тыкайте, тыкайте. Сейчас, блядь, это пиздец. Нахуя? Да нас, ну, из подмышки уходит эта хуйня. Печать номер один. А что тыкать надо? 100% надо тыкать. Если она нужна тебе. Шафир, Серега. Шафир. Так, Troll D. И следующая Кирсори. Так, плащ Микоза надо кому-то. Обычные шмотки тут 100 гп, это 100%, 50. По идее, мне нужно, но, блядь, я не успел это вот перезайти в этот, когда я по гп его поставил. На АДК можно? А, уже все. Кому? Кому надо? Зоуджин хочет, но он аддон не успел отменить. Да, я поставил, но перезайти не успел, блядь. Так а зачем аддон? Я так могу отдать. Ну, мне нужен плащ, по идее. Ага. Короче, забираешь, да, за фул? А у тебя 64-й ага. Там какой-то. Точно он тебе нужен? Да у меня арповый с мастерем. Ладно, так. Пояс, скорость, крит, силовой. Тут уже вообще мало людей. По идее, тоже мне нужен. Ты все равно, Серега, не ДПСишь. Так, на, тоже. Ой. Вдруг ДПСить начнет. Эти, щит неплохой такой. Так, ну это на распыл тогда. Так, это на кого бог пошлет? На кого же он пошлет? Мэтт Фоксу не надо. Этому не надо, блять. О, кому-то отдалось. Ну а это я открою. Что тут? Сердоль. Пойдет. Все, это на груля летим. Я там через ренегатовский телепорт полечу. Ушо получается, блять. Омоложение буйный рост, живые листья. Живые листья это что, Т4? Походу. Лживые листья. Ну, хоть лучше стало, блядь, по ХПС. Так, вот сейчас магик напряжный будет. Ой, блядь, груль. Ну, маню тебе подстать схожу. Угу. Так. А знает кто после этого квеста Грул или нет? А хуй знает. По-моему, да. Если ты. Да, Грул. Если ты. Да, 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 Грул. Так что беги сдавать. Ну да, пока мы три моба бьем, но не знаю, успеешь ты, нет. Если да нет, после этого босса ему просто портал поставят, и пока мы там самонимся, все хуйню ну, да, делаем. Но, просто портал поставят. И все. Успею, да? Ну, сейчас вот это королей ебанем, получается, да? И потом поставим портал. Пока мы будем пробегать, резаться. Сдай и возьми квест на следующий. Там будет на груля вроде как. Да делаю. Вроде в Долоране уже. Может сбегать сейчас? Ну, пусть сбегает. Я сейчас думаю, знаете что? Нам нужно, чтобы мы не выпанулись. Я думаю, Бурибаев хила спекнуть. А себя в этого, в мишку. Какого-то МДД уберем. А точнее танка. Чтобы я короля подержал с этим пидором. Чтобы они не превращали танка в овцу. Чтобы рейд не шотнуло. Вот, я думаю, так. Бурибай, ты же не против, да, похилить? Угу. Чисто на этого босса. Вот, ну, вы имеете в виду, там, Вест Мордаун, без Эрдру будет потяжелее. В плане АУЕшку захиливать. Там, ну, у нас гимны, в принципе, есть. Если что, мы все должны преодолеть всю эту хуйню. Так что, а в ДД пойдет тогда Холи Дринк. А, или подожди, нет. Кирсори это получше будет. А хотя, хуй знает. Да, пускай Кирсори. Мэтт Фокс в дерево можешь. Я вот думаю, может быть Мэтт. Хотя не, будь Мэтт Фокс. Не надо. Ты это. Будь в сове, ты РДДшник, еще и проклятие подиспелишь. Я в мишку прыгну. Сейчас прыгну в мишку. Пускай будет так, два хпала получше. Частицы хорошая штука здесь. Так, суммоним всех. О, блядь.
Ману надо, чтобы самоунить, прикинь. Смотри, там, короче, этот... Вот Фокс, короче, заливает иннер по Бурибаю, как он будет просаживать, сразу процентов 30-40 просадит, сразу заливает. И Вадикон по Шектору. По двум хапалам. Остальное там посмотрим. На связи пришел Сумон? Да-да-да, я сейчас буквально... Сейчас Сумон, я просто почти добежал. Да, мы уже все тут. Да ты беги, а добегай. Не, мы еще раз сумонем, мы еще трэш бьем. Ты бери квест. Все, пошли ебашить. Я громилу держу. А, хотя не, ну да похуй, ладно, держу. Я же медведь, блядь. Мне все плохо. Ну, ебанет кого-то. Вот я фир получил. Диспольте фир. Ага. Сейчас на кого-то сорвется. Она будет успеть там вот наш поп. И набрать огромную. Не, ну это он моментально убил, тут я ничего не мог поделать. Так что, увы и ах. Там долго тебе добегать? Максимум 2 минуты. Даже меньше. Ну, ёбаный эфир, блять. Ну, сейчас я на чили вообще этого босса. Слышишь, на связи, а ты танчил груля у меня, нет? Масхон, по-моему-то. Или кто, блядь? Масхон, по-моему. Нет, я не танчил. Дайте сумму, я уже все. Сейчас мы уже мобов убьем, теперь ты жди. Хорошо. Там еще на стриме показывает. Сейчас мы бьем еще. Так, ну так вот, если подумать, на связи будет Лока танчить. Потом что? Луна и этот. Надо будет, чтобы это кто-то... Что? Надо будет, чтобы кто-то сбивал каст. А кто это будет, блять? Кирсори. Тогда мы, да, тогда мы паладина в ДД спекнем, Полидринка. Кирсори на луну поставим. Прости, зынечка. Вообще. Лайк. Постоянно меня. Это никак не контрится, да? Ну нет. Случайную цель выбирает. Делает рывок. Ну сейчас вот как-то он агро скинул, и он, видать, кого-то из миликов выбрал. Он прям даже повернуться не успел. Я ему дал в этот момент... увечья, и он, ну, на мне сразу остался. Он там агро скидывает. Все, спек отсослал. Ой, блядь, да. Ты в ДД. Сори, блядь. Ну, будь здоров. Будь здоров. Расти большой. Расти большой, не будет лапшой, да? Угу. Так, ну крестик в крестике, луна в луне там где-то. Если будет откидывать, там куда-нибудь перебежишь, этот вар. Это только не с пульти. Черепок на связи в черепке. И я, короче, двоих своих друзей. Вон там, блядь. У этой хуйни. Так. Значит, чтобы меня не проебали, надо что? Короче, сука, кто же меня хилить будет? Давай, Шектор, ты на мне частицу и хили этого кого-нибудь, хуй знает. Угу. Кого там это дотянешь, чтобы меня попадало, главное. Бурибай, ты частицу тогда на того, кто держит Лока на связи, получается, и уже хилишь там кто там, Лингрен и Кирсори. Кисы, так, а чё, кому кого танчить? Ну, Лингрен Кроша. Угу, понял.
На связи Олма, я двоих, и Кирсори слепоглаза. Так, что еще? Рыбу, да? Заметки Смула. Можно снять? А какие Олма метки? В череп? Ну вот, на мне треугольник, вон, я вижу, это квадрат. Что-то, блядь. Давай, сниму. Так. Это, с пула никто не бьет, там, смотрите, этот, Акис, у тебя же есть голос или нет? Как-то, чтоб поманевы, блядь. Договоритесь, короче, или в ПМ как-то, или это, с судорога или с шалфиром, вот, пускай судорога первый будет. А потом уже Эвест и Мордаунд по очереди после гимна с этим, с тотемом. Вот с судорогой Акиса договорись, как тотем будешь ставить, ему что-нибудь ебани там в ПМ, как-то маякни, чтобы вы это дело вместе сделали, чтобы у вас мана регенилась у всех. А Эвест и Мордаунд потом добьют. Ну и дальше там друиды поиграют. Если у кого-то совсем хуёво с маной будет, то к Войду подойдете, к Медведю там Шектали, то-то подойдете, я вам закину. Холи Дринк, возьми огонь. Спасибо. Так, проверка. Ну, короче, с пула никто не бьет. Ждем, пока откроется моб, смотрим вомен. Не бейте, иначе хуево будет. Будет вайп. Вопрос Олма я пропустил. В череп, да? Да, череп, череп. Крест в крест. И не забывайте, когда закрывается моб, он срывается автоматом на какого-то челика с РДД. Вот, чтобы этого не было, надо сразу, как только он закрывается, если на него баф спадает, нужно сразу его стаунтить. Прибафните притону каску, потом разрывается в чате. В рейд диспелит первая пати, троллд второе, равейн третье, султан четвертое и волд пятое. Да, обязательно, обязательно диспельте маги. Еще в одикон медфокс помогайте по диспелу. Это, чтобы там разрыва сильного не было. Давайте для стимула, кто больше даст, даже если на один, то плюс 100 и подам. Все, еще раз проверка, короче. Быстро здесь полили и дальше продолжаем бить. ЭВС готов. Так, все готовы, даем что-то. 5, 4, 3, 2, 1. Кто открылся там? А, Крош? Крош. Смотрите агро, главное, хорошенько. Не на пулю. Я там нихуя не вижу своего план, блядь. Так что смотрите. Бомбы с рейда, живые бомбы выносите. Еще на пульте откатится. Да. Сейчас, когда закрываться будет, кто сейв будет давать? Вот сейчас хорошенько надо захиливать. А Лингрен даун сокру. Не проебите никого. Лок открылся. Собак там помоги потаунтить, только точечно. Вас сухой босса не забери. Проклятие быстрее диспельчи второй раз повесить. Угу. Красноязычие там притон повешал. Угу. По мне смотрите. Говорил Мэтфокс Бурибаю, Вадикон Шектору. Можете уже залить своим паладином. Мордаун там на собаке порезаешь первый раз. Ну или к Войду подбеги поближе, я тебе закину. Не-не, полез нормально все. Ну если что, смотрите. Кеглер треугольник открылся.
Там кто-то сорвался или что? И там собаки срываются. Ну и милики, блядь, не рискуете, сука. Вот, бурю захиливаем. Хант, притворись. Оу. Угу. Чё, добьёте там по процентажу? А Геру дали? Дайте Геру добивать. Да курс. Ну давай, значит, Акиса, ставь тотем судорога на ману гейм, читай. Забирать кого-то? Ну иди короля с меня забери. Кегли открылся, милики, идите сюда бить. Все милики. Только отбегайте от этой хуйни. Надо до закрытия успеть его. Должно быть. Блять. Превратил, сука. Кто превратил кого? Холидринка превратил. Заставал. Это ничего. Сейчас должны ебануть его. Этот. Акиса, подбеги поближе к Войду, я тебе инырок ебану. Ага. Все, сейчас почилим. Паладины там с клятву святую прожимайте. Ну все, и держи, короче. Да не, пока не надо. По половине маны есть. Как будет просадка, так уже сам смотри. А слепоглаза за сапоги у тебя? Скары. Заебись на мастерство. Что-то с сапогами какая-то засада, вообще нигде не взять. На кого? На кота. С ребра же падают хорошие. С ребра, ну. Либо вот эти скары, либо крафтовые есть еще. Крафтовые с мастера и без артуры. Блять, сутки сраной РПБ не хватает, и все, это треснет. Ну, с этого надо, с Эрбрада. Там дохуя арпа идет. Я его экзорцизмом запизжу. Сердоликами хватит, но это столько денег надо просто ебануться, чтобы сердоликами забиться. Копи этот... честь и аренку, жетончики, и молись, чтобы тебе сумок выпали. Я уже сегодня вот пришел. Так, сейчас приготовьтесь, сейчас, короче, это... Мана уже подсыхает. Сейчас, короче, надо будет... Так, готовься, судорога, ты будешь на хп читать, а шалфир на ману. Давай, шалфир, начинай на ману. Так, судорога на хп читай. Должно хватить этого. Что там 300? Отдал сокру. До колупа. О, убили. А там и ма, и не зыбка была. И шивы, блять. Угу. Ну и все сейчас. Как говорится, все, чтобы танк не умер. Откатится. Сейчас, в принципе, уже полегче, что. Босс только один остался.
Короля добьем, там трэш не пульте, сначала шмотки раскидаем, потом побежим. До тотема 50 секунд. Ну, палы, я думаю, порезаю, на кисти залью, короче. Он водикон дал, у Мэтфокса еще озарение есть. Я думаю, брать, не брать печеньку, блядь. То на связи не апнутые два куска. Связи, ладно, но надо ДД апать. В 25-ку хм будет. Сейчас посмотрим, кто будет кидать. Ну танки тоже нужны, не салатные, но. Ну так-то да. Ну танки-то и так вытончат. Так, не пульте пока, начнем с печати. Смотрим, кто там у нас первые двое. Получается, Шалфир и Буримай. Это на третьей спике они, да, похуячат? Да нет, вроде на основные. Плащ надо кому-то? Шалфир на мейн. Так, это Санина на распыл. О, бля, можно на трансмуты? Кому? Ханту. Хотя не похуй, хуй так ты. Забирай похуй уже. Окей. Наручи. Жужжин тебе не надо? Да нет, мне же крит хаст нужен. Все, пошли, пробегаем. Так у меня пока срезки кожаные. Я так понял. Войд. Чё? Неделя в ГИ. Дальше какую? Старт. Начальная. Давай. Стартовая, ну. А кому это? Хант триатлон, как ты мне там счет делаешь? Ага. Тринитротолол. Да. Пойдет. Да хоть горшком нахуй. Главное, чтоб дали, да? Да, блядь. А что дают? А можно Оджи дать на четвертая неделя у меня пошла. Оджи? Оджи я не давал, что ли? Нет. Когда я задавал, сказали подольше, походи. Ну сейчас вроде четвертая уже неделя пошла. Ебать, уже поздно. Ну ты там еще подольше походи. Айсен. Ну, подожду, хорошо. Айсен, слышишь меня? Оджи. Да. На этот, на ТДП, на какой гильдии сидел? Где? На ТДП на якутских серверах. Блин, что-то там клинок был, ОКК был. ОКК? О, ну, привет, да, блядь. Черный, еще какой-то... Да, орден красных клинков, ёптить. И еще какой-то черный клинок, либо какой-то... Подожди, Айсен, ты не в почте работаешь? Не софт? Да, это я. Ну, раньше работал, сейчас в Беларуси. Да, это я, титька, блядь. Да пошел по нафиг, блядь. Да, сука, угорайте нахуй. Ну такое погоняло на местных серверах, да, хули я сделаю. Зря ты это сказал.
Короче, я понял. Да. А это, говорит, Тоби по кличке Сиська. И сейчас он болится. А если он этого не делает, то ему, блядь, следовало бы этим заняться. Ладно, сколько у вас ты? Тут артез же, потом поговорим тогда. Да? Этот, короче, вот рыба. Получается, что я босса буду танчить, что ли? Тогда руки позакрывает кто? Лингрен, наверное, да? Да. Так, вот дикона под босса. Ну да, варианта больше нету. Тебе побегать. А на связи что тогда делать будет? Дамажить или что? Или все-таки он будет танчить? Там ребят суммонить надо, а мы уже рыбу едим. Локи. Давай уже ты потанчишь, чтобы побыстрее это все дело было. Че лок валяется? У тебя ДД есть на связи? Да, есть. Ну давай в ДД. Там, да, короче, еще руку закрывал. Проблема. Руки там этот позакрывает. Кто он? Лингрен. Лока нету. А куда он делся? Лок мертвый лежит. Вот же, не знаю на ком. Этот, ну самое главное, короче, первая, вторая пати, вы под ебалом стоите. Ни у кого нет. Могу инвизу дать Локу. Он пройдет в инвизу. Это, ни у кого вопросов нету, как стоять под ебалом, там кто-то стоял, Зулджин, там, все знаешь. Вы должны понимать, что вы должны находиться под ебалом 10 человек, когда босс... Не, ну да, потом выходим за спину, потом обратно резко забегаем. Да, я вам скажу. Это и вест с мордаунтом, зубы с крыльями не проебывайте, это все должно быть на сейвах. Шектор тоже, если еще на горящей кнопке держи там каплю, у нас сокру, там, блядь, болевая тоже. Потому что у меня медведь, у меня нету нахуй антимагического панциря, ни зыбки нету, много слабее по дефу. РДД, похуй как. Значит, смотрите, под правой ногой босса будет закрывать два шипешника. Вы там будете. И притон, короче. Остальные маги право-лево смотрите. Блинкуетесь, у вас блинк есть. И хан тоже отпрыжка есть. Лингрен сзади закрывает. Там вы все сами увидите. Блядь, где притон, нахуй? Диси писал что-то? Да он пробежать не может. Да он труп. Он сдох. Резать его. Ресайте, ресайте, да. Быстро, пока там. Ресайте, кто может. Беги к нам. Бля, страх загнали. Ну вот, ты сейчас сдохнешь. Он к да, нам... да. Не побегут к нам? Не. Он нет, побегут. Ты... Мы ж не лечили его. Отойдите. Не лечите кто его. Лечу, кто комбат? У Притона комбат висит. И у Мэтт Фокси. Уйдите, умрите к ним. Идите, умирайте, хули. Бурибай. Бурибай. Сейчас он весь рейд будет хуярить. Сейчас смотри, нахуй. Всех разъебут. Дайте кому-нибудь. Ба, этот, блядь, как он? Конечно, диван. Я рез... Охуенно, мне нравится, бля. Вместо блядь, да не бегайте нахуй. Вы. Сука, встаньте нахуй. Сейчас он всех бьют по очереди, блядь. Встаньте, сука, и не бегайте от мобов. Подбегите, наоборот, к ним и сдохните, блядь. Ну, время идет, ебаный в рот. Ебать, еще эти бомжи попасть не могут по вам, блядь. Вот, бегут на Кирсори, нахуй. Где он, Кирсори? Винс зашел, да? Да, он пробегает. А, ну, нахуй, ну, сука. Судорога. Мордаунт, нахуй. Вы не заходите в инст. Ебаный в рот. Вот как вам еще объяснить? Вот на мордаунта сейчас бегут мобы. Где он? Нахуя он зашел? Почему, блядь? Ну, на меня бегут. Я не в комбате. Ну, так ты не в комбате. Сейчас мобы добегут и будешь в комбате сразу, блядь, пизды дадут. Вот на тебе сейчас бой висит. Ты в начале инста стоишь? Вот. Да. Так выйди с инста. Ты вышел? Вышел. Вышел, вот, все. Теперь зайди. Все, резайтесь. Ебать. Хуй разбери, блядь. Это все из-за того, что притон не добежал. ГП ему, да? В натуре, блядь. Скоро мазрез будет, блядь. Там немножко надо подкупить это. Жетончиков, блядь. Штук 500. Я сегодня с утра купил у челика 177 жетонов. Лок там в шкаф ставь и покидайте тело и по суммоним, у вас быстрее будет. Челики кастуют по 20 секунд, блядь. Ну там кто тело покинул, суммоньте. Только не бегите самостоятельно, там не агрите ничего.
Так, вот шкаф есть, тыкаем на сумму. Мне просто Вуду показывает, эта рамочка красная обводит вас, блять, если вы бой словили. Так, все тут у него. Так, вот рыба еще раз. Что мне там, блядь, делаете? Какую-то хуйню, блядь. Что это я создаю? Какой-то агент, блядь. Что это за хуйня, нахуй? И что мне с ним делать? Сумку только засоряете, блядь. Что это за хуйня? Как агент у нас дорма, только вам позволено забирать фрагменты сетилийских панцирей, блядь. Я понял, блядь. А что ты говорил ЖПшкам закрывать там под правой ногой? Там руки будут. Там поймешь. Кто такой с нанкеражского жука делает? Так, все готовы, пишет. Первая, вторая пати пошли подъебала. Так, на пулы не забывайте на воина. Так, что там? Дает что-то. Так, я, получается, один лингерн буду закрывать. Да. Руки. Геру дайте. Руки. Под боссом справа. Руки. Руки. После следующего готовьтесь. После следующего будете уходить. Сейчас еще стоим. Так, вот уходите за спину. Готовь, когда будет каст, этот ДЦшник на меня зубы. На воина. Давай зубы. Руки. Все, возвращайтесь, первая, вторая. Руки. Руки. Закрывайте кто-нибудь, я не могу. Не сдохните на руках только. Ну, просто могут 4 подряд закрывать, вот я закрыл сейчас.
Так. Руки. Сейчас уходите за спину. Уходите за спину. От босса мы что? Сейчас готовь крылья на вой, да? Давай, крылья. Так, сейчас он это откастанет. Все, возвращайтесь под ебал. Захиливайте там рейд. Ага. Руки. Понял на связи, да? Как делать здесь? Вот это огонь сверху кастуется. Руки. И ты вот так вот шевелишься, чтобы босс словил этот дебаф. Это самая основная задача. Ну вот так, когда один ошеломляющий ловишь, там не зыбка. Второй раз, если не зыбка, когда нету зубы. Честно, не очень, я как-то не наблюдал. Я пытался здесь как-то... Здесь, ну, объясняли мне, это было давно уже. Надо ДБМ ему руки. Вот видишь, огонь не пошевелился, дебаф повесился на босса. Он чуть не убило сейчас, охуеть. Угу. Ну, весь рейд, может, и не успел бы шокнуть, уже добили бы на баблах. Так. Давай маунта на ролл. Сейчас пока с печати начнем. О, нифига в натуре. А что там за маунт? Да, виверна, блин, с рогами. О, и в броне. Слава, давай я, наверное, это, я тебе ее скину, пацанам отдай. Отдать пацанам? Да, я не буду забирать. Ну, я же тебе говорил сегодня, что нахуй. Дайте мне одну печеньку. Так, сейчас, там, по-моему, дальше Керсори был. Сейчас я гляну по привору. Посмотри, да, пожалуйста. Я да, не... да, Керсори был дальше. Вот Керсори перекинь ее. Где ты, друглёк? Я могу покинуть. Так, шапка обоссанная, на распыл. Так, что здесь? Тапки, кольчуга, критхаст неплохие. Это тоже никому не надо. Так, и... А мы этим же составом ссылка идем? Ну, плюс-минус, там сейчас посмотрим. Может кто-то не может, не успеет, хуй знает, сейчас посмотрим. Ну, так в основном, да. Так планировалось. Так. А маунт типа за ЕПГП дойдет? Да не, блять. Это сейчас я на ролл. Для роли. Вот ролльте. Что-то маунты часто падают, да? Ого, соточка, да. Очень хотел. Сейчас да, погоди, я соточку надо. Кину. О, нихуя не получилось. Два кинул. Два выигрывает сегодня. Вырубай. Ну, типа единица больше сотки. Чем меньше, тем кто-то выигрывает. Ну вот про единицу надо... Нам квест нужен был, это поставьте ему. Это надо правила писать. Да, это надо оговаривать хотя бы заранее. Да. Сейчас я и поебану. Кто там был на замене? Есть там кто? Ретрики или ДКшники есть, кто ПВПшит? Ну прям нормально ПВПшит. В смысле, что солоку двойку ходит. Этот вот же. Ну это вы все в субботу пойдете, да? Охота колбаса был. Ладно, давай тогда. Вы все вот то присунули в субботу можете, да? Давай тогда этому рейду накину. Так. А остальные в субботу. Так, что там у нас было? Ну-ка, вечности 1200. Сегодня... Что, заменить некому, да? Ну, типа, они в субботу пойдут, там и лутанут. Чтоб я потом не парился.
1 час и 5 минут мы проходили ГМХ. Ну, нормально. Ну, если бы с мобами не это. Да, можно было бы быстрее. По сути, 40 там минут оно 50 проходит. Минут, 40. Вот ханту я накину, но я это запомню, что он, если в субботу придет, что у него ИП есть. Вот, а так он сходить может, но уже ИП не получит за ГМХ. Вот, а за ЦЛК сейчас посмотрим. Ну, вот смотрите, если ханту в ЦЛК, мы хотели его сводить. Я могу почилить. Да, хант хотел. Сейчас посмотрим. У вас танки вроде есть. Да, на связи. И есть. Вопрос такой: кто-то будет против, если я на ДК зайду на ребро чисто, потом на мага перепрыгну? Да кому-то, так вообще блин, подумать. Нужен, нет? Так вообще если будет все быстро. У меня есть. Мне не надо. Вообще так подумать, если тут нахуй никому ничего не надо, ты просто заходи этим и повагонься. Ну, пособирай там. Там же шмота дохуя будет. Ну да. Которые не нужны, на распил да, кидается. Ну я бы вот на танков всякие, но он все-таки не нужен. Да, да, да. Да, пособираешь. Там уже в будущем посмотрим. Я думаю, ты. Мне есть... по сути только штаны да. нужны, свальки. Ну я только на лича иду, считай. Не арбалет и все. Даже укс с леди уже не так приоритетен. Сейчас посмотрим.